центре Бангкока, рядом с торговым центром MBK. Здесь собрались сторонники оппозиции. В принципе, все это выглядит больше похоже так, на большую ярмарку. โดยสรุปที่ผมรับรองเป็นอย่างอ่อนเทวพูดบอกว่ารัฐบาลนี้ต้องรับผิดชอบในการบริหารประเทศที่ล้มเหลวของตัวเองรัฐบาลนี้หมดความน่าเชื่อถือหมดศรัทธาประชาชนไปแล้วไม่มีใครเชื่ออีกว่ารัฐบาลนี้จะไม่โกงต่อไปอีก รัฐบาลนี้ได้นำพาประเทศมาถึงทางตันเมื่อการเลือกตั้งวันที่2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเอตตามิชทิกเกอร์ไซส์ดราคอนสเมียลอชิส Вот мы сейчас вот, находимся вот именно здесь, именно в это время, именно здесь. О, это же обезьяна, петух, собака и вот этот мой знак. Похож? Господин Оскарсон, а вы у нас кто? Дракон? Я дракон, а это наш Пангшар. Пангшар из красного дерева. Понимаешь? Ага. Наконец-то мы находимся в самом крутом и роскошном ресторане Бангкока. Оглянитесь вокруг, тут все естественное, натуральное, декорации. Особенно и зад, естественный, натуральный. Да. Совершенно не скажешь, что мы находимся внутри ресторана, вот эти все улицы, люди, это все декорации. Тут объектив полтинчик, ни хрена не видно. Да? Опуле. It is spicy. Они не понимают. Это пиздец спайси сейчас скажет, да? Чё, как вам пепси-кола? Какая-то сладкая. Чересчур сладкая? Не такая, как у Кети. У Кети мы пепси не пили же. Нет, ну это плохо. ครับมีเงินทีนะครับทีมกับเพื่อนกับคนนั้นกับทุกคนแล้วไปคูเวตเต้นนะครับเปลี่ยนตามเราให้โดนทำจำเป็นด้วยกันนะผมจะอาสาจะส่งข้าวมาสัปดาห์ละ1 ครั้งเลยครับพี่น้องครับนึกไปผมก็ยิ้มไปคนเดียวผมก็หัวเราะนึกไปแต่ผมก็หัวเราะผมพูดว่าผมเลือกนะครับยิ่งรักกันรีบเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าไปเรื่อยๆปั๊บไปขับเรือเอากางเกงไงไปต้องใส่ครูไปชุดเดียวมันมีหัวสู้หัวสุดไปเก็บบัตรดูที่มันจะเข้าขนาดไหนครับพี่น้องครับนึกผมก็คิดว่า Бангкок стрит возле Риша, отель, хотел, а
вообще бесподобная утка, ребята. Я вам скажу. Утка нам здесь обошлась 150 бат. Когда в Пхукете она, наверное, обошлась 1500, да? Где-то... It's beef? Pork? Pork? Да, окей. Это кто заказал? Я заказал. Это что такое? Жареная свинья. Жареная тайская свинья. Пор. Господа, да-да. Скажите вашу цель, куда мы идем? Мы идем в Азию. В Азию? Да. О, я вот уже неделю находимся здесь, я только сейчас очутился. Да. Скажите, куда мы направляемся? Мы идем в Гейзен Плаза, где, как нам сказали, продается оборудование для фотографов, видеографов, операторов, режиссеров, для продакшн студии. В общем. Курорты города не все одинаковые. Ой, ну еще скажут все. Я могу поинтересоваться. Блин, был бы стедик. Ощущение какого-то восстания. Да, что будет. О, это такая елка, походу, да? Они у нас прикол такой елкой. Роджер. Рафаэлла. Да. Слушай, здесь что-то сдается мне, что здесь нет. Электроники такой? Да. Ну да, здесь новые эти, просто рекламы. Рекламируют такие. Александр, дается мне, вернется? Пойдете, пойдете. Чё, нет? Джобстикс, нет? Джобстикс. Не Джоб, а Джоб? Нет, Джоб. Джоб, работаешь?
Рабочие палочки, как сказал Степа. Вон 4 тысячи. Вот я и культурный специалист. Который хороший, у нас там все бурят. Да? Здесь выход, Такеш, вот выход. Пипец сумочки, да? Да. Там продается лейка. Это вообще жесть. Верту. Все блин. Официальный магазин Лейка. А что за? Да. Да, да. Это, короче, нам нужно на четвертую палубу. Мы находимся на борту 10-палубного Титаника. Хотя на самом деле там 13-й лет. Да, здесь. Вот, подвал и русский. Так, и там второй этаж. Сейчас мы должны затариться. Хорошо, здесь хоть элеватор не отмотрят. Ну это вот эта колонка, это как это музыкальный инструмент, да, из разных пород дерева. Я думаю, мы не будем интересоваться. Давай, я не буду, чтобы не портить настроение. Выход там, что ли? Вот 10 тысяч маленькие колоночки. 250 баксов две маленькие колоночки. Или оценим? Да не, не расстраивайтесь. Да, нет. Послушай, когда мы... О, смотри, вертушка. Это я знаю для кого, это для Айдара. Ну-ка, найди новенькое. Айдар, привет. Мы сейчас находимся в официальном представительстве магазина. Концерна Yamaha. Смотри, какие вертушки. Тут еще самые красивые. Вот это вообще я мечтаю любого джентльмена. Тут еще с усилителями вообще. Ламповые усилители, господа. Вот это звук. Пипец. А это что, цепелин, что ли? Вот туда надо приезжать, оборудование. Садиться на свой лесе. Игорь, это видео специально для тебя. Не, мы сейчас это чуть попозже, давайте зайдем сюда. Да. Гипсоноскоп, это еще пока. Один миллион сто тысяч бат.
миллиард. Это чтобы вести беседу на наши деньги. Это сколько? 5,5 миллионов? Для человека, который закончил... 7,5. Просто фортепиано, это магазин. Вы заканчивали? Да. Круто. Это, наверное, все равно, чтобы попасть на небеса. Я даже не смею дотронуться до этих клавиш. Что вы покупаете, господин Оскар? Я покупаю оппозиционный свисток. Чтобы стать таким оппозиционером, достаточно купить только свисток. Нет, здесь вот, значит, пожалуйста. 60 на карабина покупать. Маленький. Да, маленький. Ух ты, масло. Да, надо высок. Давайте выпьем. Наверняка. 40-50. Тёп, вот диафрагма прыгает. Ой, да? Свет прыгает, как крючок. Все теперь. Ну, хируза. Ты один раз выставил просто и все. А, да? Один раз. 250 тенге. В принципе, не дешево. Это что, прям так выжимают целый это? Будет идти выжимать. Граната высок. Высок, попробуй. Реально чистый. О, боже. Тайцы очень предприимчивый народ, и поэтому даже революции, восстания, все превращается в жизнь. Можно увидеть. Джефф, это видео специально для тебя. Вот колонки, о которых он должен мечтать, грезить, спать и видеть их, которые мы обязательно купим. Ну или хотя бы вот дело. Маленький. Для Игоря что-нибудь найдется, скинь-нибудь. Hello. Это же Леди Бой. Не обольщайтесь. Такой взгляд, да, ты видел? Да. Она, по-моему, просканировала, короче, уже там. Прям под трассой идет. О, вот они. Вот она, тайская революция. Да. Может, здесь вечером? Мы находимся в Бангкоке. На самом деле, здесь идет война, оппозиция против правительства. Ну, как вы видите, все выглядит на самом деле, как обычная прогулка. Да. Чуваки тусуются там, живут в палатках. А вот, кстати, оппозиционеры. Да, живут в палатках. Да, никаких военных действий, все мирно.
Чуть не ушел. Центр опозиции. Очередь. Thank you.
Hello, hello. This area not open now, eh? Not still open now. Where are you going now? How we cross to Reason Park? Walk up here. Yeah, skywalk up here. Yeah, okay. So stay about 10 minutes walking. Uh-huh. Where you come from? From Kazakhstan. Today is a special day, Buddhist holiday, Buddha holiday. Why you go to see the temple in the morning? The big temple. Take a boat, take the boat on the river. See the temple, number one temple. Okay. Вот наверх. Наверх. Он говорит, сегодня какой-то маски, один, короче, говорит, возьмите лодку, говорит, я утром прямо вызову, первый шанс, говорит. А, это вам. Где там очень классно. Все идут, короче, вот это. Не, может, трудно найти. Удачно так, главное. Все тяжело было подобрать. Тут на пути мы могли вот полчаса поставить, вот мы вот выбираем. От нас умнейшая. Не должна это была судьба, короче. Искать. Мы сейчас на покупке нового стейкана. В одном из магазинов. Camera. Yes. What? The biggest camera. I need west and SD card for DSLR camera. I think this one is not. Right, but this I not touch. Не могу. This is attached.
No, this one is daily camp. You buy supplements, not come with here. This one. Сырик? Да. Да. Не, она для руки что-то. Ну-ка. Да ты прямо иди, только не быстро. Да, дрочиться. Нет, так ничего, штучка. Снимаешь, тут пишется? Да. Технично на выход валим, господа. Мы же чемпионские. Да, в принципе, ничего, придрочиться нормально будет. И зад, не надо заниматься анонизмом. Ну-ка. Такие взяли, свалили. Ну. Нифига у них движки, да, как тянут. Уже переполнен. Что я там еду? Штатива он на штатив ставит, и он мобильный, небольшой. Да, конечно, в любом месте. 300 баксов. Стёпа, вон как паришься. Вместо вот этого крана как ты паришься, я говорю. 10 тысяч. Ты же слайдер как кран используешь? 10 тысяч. Скорота, да. Одна из немногих рек, которая берет начало прям в городе. Да, там. Она прям в городе берет? Ну, скорота, ну, да. Высотка, наверное. А вы еще не знаете, где качать? Там же вообще чистейшая вода, там. Родник. У нас в городе Ордабасы же есть, но он там идет, река. Но она же не на Ордабасы начинает? Нет, ну чуть дальше. Он, видишь, как этот? Наш так не понял. Он как наш шабнец, видишь, с роллами тоже. Ну? Его можно, короче, добавлять, можно Антон Бауэр сюда повесить.
сейчас поднялся туда, где 12 этаж, где все. Любого там бить вообще, можно открыто. Ну, видимо, не такие загружены, как будто. Наверное, туда ближе к конечной. Обязательно, надо заниматься анонизмом. Такие взяли, свалили. Ну, вы и хотели. Ага, и сумку оставили. Мы с телевидением, Стой сама. Разрешение небольшое. По крайней мере, ты будешь видеть, что носить. Залобка только здесь. У них видеокамеры на все клипы. Можно творить две камеры. Профилактика преступности на улицах и на реках. На общественном транспорте. Это устает. Ладно, я. Обрез уже придручен, вот так вот. Есть еще вот рука такая вот. Упор, наверное, короче, да? Может, на это имел в виду? Наверное, да. А если на жилет его прицепить, все, он вообще как профессиональный будет. Может, за. Рыбка сказал, пошли вы нафиг, уйду я в лучший мир. Не, мы в одном месте на широкой реке плавали здесь на кораблях. Ну вот этих вот, на такой. Люди проходят, недоумение, что это за фигня, короче. Сейчас взлетишь на туре. По-моему, мешаем. Это лодки для маленьких тайцев. И на ноги узбеки сюда не помещаются. Туда проходите, пока место есть. Да, двигайся. Сам поздоровайтесь. С ним почему? Выйди. Почему с монахом нельзя здороваться? Видео, да? Да. Смотри, а так, наверное. Банкар был на каком-то крутом храме, я думаю, это храм Большого Будды. Нет, это золотой город. Как там было написано? Да вот же написано, что вы не можете прочитать, что ли? Да. А, ну да. Ёлки-палки. Вот.
А, точно. Если. Вон. Да? Еще вкусно, да? Вкусно. Там только придрочиться кайфом, чтобы инерции не было. Ну, тормозит тоже, да, так бедно, да? А? Тормозит бедно. Да. Сорвать пару листочков и обеспечить себе безбедное будущее. На дне канала Бангкок. Ну, красота какая. Из камней. Солнце прям в объектив светит. Что-то все сваливают. Да, конечно, наверное. Походу нам тоже надо. Надо тогда нацепить камеры туда. Ардебасы, старый город, автовокзал. Разворачиваться будет, да?
Нет, такого. Да. О, нифига себе. О. Все, продумано. Не доехали? Да. Дай. Все, я снимаю. Это был Панчар Продакшн, да? Панчар Продакшн ваше. Даже европейцы приезжают такие, длинноволосые, бородатые. Это русские? Да, похоже. Видео? Да. Вот будут кадрики из этого кадрика? Нет, теперь всегда будет с этим кадриком. Я уже не даю кадры без этого кадрика, видишь? Нет. Только с кадриком. Я говорю, это пшикалки какие-то там, да? Распыляют, да? Вот, Golden Mount, вот. О, надо на телефон тоже поснимать. อันนี้ดับสับสนเป็นพันเมตรเลยเอาไปเอาไปเอาไปผู้รับการผู้รับดำเนินการโดยนักสุขสันต์ของทั้งสิ้นมีความถาวรมั่นคงแข็งแรงตราบถึงปัจจุบันและด้วยเหตุนั้นแหละเกิดการครอบครองมั่นแหละเป็นเหตุผลว่า Просто обязан здесь фотографировать. Да, да, конечно. Это же не шарик. Шарик со мной. Так, сейчас пройдут ребята. Ну, вдруг нельзя? Наверняка нельзя. Да. А что, кулаком? Звук слышал? Ага. Он что-то работает как ломает. Степан Александрович? Пойдете, бомбанете в этот. Бум! Блин, на это на VTV расходится. Ну-ка, бумните. Был эффект. Шар теперь святой. Да. Дайте тебе меня пахнуть. Похож на средневековый монах. Наверное, нужно было желание заказать. Да, теперь я сам. О, оставили. Я шататься ж буду, так. Все, go. Я
Не, мы где-то там. Да. Не, мы же не поворачивали практически. Да. Смотри, мост какой известный. Гангбангкокский. Известный, да? Да. Это архитектурное строение. Все здесь. Да, мы вон в той стороне, как я и говорил. Вон наш отель. Манговое дерево. Господин Оскарсон, а где Изад? Изад принял визу, съел свинью и там пойдет. Что? Он съел свинью и сидит наверху в индийском храме, хрюкает. Хрюкает. Нахрюкивает песенку. Да, туда мы поднимались, вон туда вместе с Изадом. Вернулись без. Последний раз мы его видели там, наверху. Ага. Что с ним случилось, что происходит? Может, возможно, в туалет? Ну вот эта лестница, она же одна? Оттуда спускается, верно? Оттуда, да. И туда одна, с той стороны. Ничего не упустили? Это же будет все время тоже снимать. Изад. Не, может какую-нибудь, чтобы и нас видно было? Hey, mister. Aisha Hotel is far from here. Да-да-да. Застеснялся? Ну так-то прилично. Комната под нами, батарейка еще есть? Это твоя идея, у друга это правда. Что-то может быстрее садиться, чем аккумулятор от GoPro? Да. О, гора.
Все так-то смотри, высоко, все, да? Все закрываются. А, сегодня, наверное, из-за праздника. Все пошли на революцию. И нам же не надо, не еще хотел. Поехали к этому BMK и там поснимаем. Будет репортаж из горячей точки. Прежде чем мы туда пойдем, может материал слить сначала? Изап, ну что, ты скоро? Это наши GoPro. А это наш чувак, который постоянно гоу прет. Все что-то есть? Есть. Они похожи. Вот эти китайские сами по себе садятся, как поэтому нужно их использовать постоянно. Что-то Wi-Fi включен, что ли? Сам включай. Надо вот сюда на спину. Подожди, протри сначала. Нам один. Водой намочить? А, нет? О, и так видно. Первую мнику поставь. Ты туда смотришь? Поедем? Чуть выше подними, чтобы дороги меньше было видно. Чуть выше. Так? Все, кеттык, па? Ага, кеттык. Как-то он так это смеется. Поехали. Мы-то тоже с ней трясемся вместе. Вон нахуй, давите этого велосипедиста. Ой, смотри, это пустяк. Ну, Александр, там мы дубль испортили. Давайте еще. Давай, едем. Нееееее. Рыбка большая или малая. Вот они загорели зеленый флаг, нужно десантироваться, короче. Первый пошел, да? Огляделся налево, огляделся направо. Я снова. Байкинское шоу. Вон оттуда вот эти мышцы засунули. Салон на свину. А здесь я пацан. Да. Пошли на уточку. Офигеть, где ездят. На газу, что ли, да? Получается все до 6 работает. Смотри, что за шесть. Правильно, они белые люди. О, нифига себе, смотри. Рестайли. Hey, man! Hello,
Russian number. Starbucks. А них интересно, в городе мотобайк такси есть? Ребята, я вам скажу, в Бангкоке все водители чеченские. А именно водители автобусов и газелистов, все чеченцы не знают, я буду в Бангкоке. Опа! Чуть-чуть не въебались. А, не врезались. Да, да. Пацаны, мы попали, короче. Темный манец. И нас захочет и стрелять. Ох, ебать! Ох, блядь! Да. Вот в этих районах улыбчивые лица заканчиваются. Фильм Вонга Карвая. Да. По улицам Бангкока. Готовая фабрика в одном гараже. Видите, здесь совсем не улыбчивые китайцы. Вот, тайцы.
бывает. В машине другое. Сейчас получится, как будто я такси помашу. Сколько лифчиков? Его туда нельзя. А тот Ты расплатился? Да. На чай ему не дал? Я расплатился. Блин, никак не могу привыкнуть к ихнему левостороннему движению. Да. Без гитары. Видел у него какая гитара? На дому похоже. Они торгуются, короче, прикинь. Я сказал вам, говорит, 100 бат. Они его кидают, короче. Маленькие. Три маленьких испанских сучки, короче. По-моему, это индусский. Думаешь? Не, на английском разговаривается. Тут они говорят на английском. А? Это совсем невозможно. Не, индусский свободно же английским владеет. Он говорил, что это испанские сучки. А я говорил, что это простые индусские. Шоу трансов. Вот он, наш лифт. Мы едем на... Что там, скучно, да? Давайте мне эти. Где я испугался? Там были маленькие испанские сучки. Ай, как бы у меня побыстрее побриться. Есть только один способ побриться. Закончить фильм побыстрее. Да, и все зависит от кого? Только от меня. Чувак не может побриться, сам себе мешает. Да. Он видел мазохист. Да. Я всегда. Густые волосы, я с удовольствием носил. А сколько время, а? Не, ну, время 20. Чего? 7? Да, так, что вам надо, ребят? Я ничего не слышу. Изат, не говори мне, что ты его потерял. Сам пойдешь с этой, с ресепшеном договариваться. Да. Нет. Я его не мог потерять, я его мог просто куда-то засунуть. Ты мог его упустить из виду. Куда я, правда, не помню. Они до сих пор потеряли, походу. Пойду, скажу, посмотрю. О, русский, Сергей, Иван. Москва, Сибирь, Москва. Привет, мой друг. Мой друг. Вот Изат, наконец-то нашел ключ. Открывает дверь. Включает свет. Это напротив лифт. Наверх едет же. Мой друг, как дела? Максим. О, это наш номер. О, заебись. Было бы неплохо. Сходить, окунуться, прийти сполоснуться и в бой. То есть она фрукты подогнали. Блин, как банан, яблоко, непонятно что,
и апельсин. Это вот Юго-Восточная Азия. Наконец-то мы почувствовали этот колорит, да? Посмотрите, ага. Курортные местечки. Вот. А, терзать. Это, по-моему, банановый шейк твой любимый, да? Это манго. Окей, окей. It's water. Сейчас расплатить. 120. Я дам, а да. Ну-ка, возьми, попробуй. Подожди, подожди, вот это ты зак... Да. Да. Ну-ка, что там? Это... И холодные зубы не вывалятся туда? Окей. Thank you, miss. Вот, никакого насилия, никакого оружия, все охраняется. คือต้องยุติบทบาทรักษาการรัฐบาลเท่านั้น คือทางออกของประเทศครับ We'll be right back.
ัวรางที่เริ่มสูงขึ้นแล้วก็จะเพิ่มมากขึ้นไปอีกและที่สำคัญประชาชนจะรู้สึกสิ้นหวังจนอาจเกิดความรุนแรงขึ้นมากกว่าที่วางมาแล้วได้Видишь, вот эта еда халявная. Там полицейский. Где? А он кто же? Война войной, ребята. А ужин и обед по расписанию. จดหมายเปิดเล่มของผมจะช่วยให้ทุกท่านตัดสินใจเพื่อหยุดยั้งความเสียหายที่น้องๆคือได้สิรัฐบาลแบบนี้ทั้งโลกลาออกนานแล้วพิสูจน์ตามสุดท้ายเองนะฮะอย่าไปทำเองเป็นนักกฎหมายเองเลยนะฮะคิดง่ายๆว่าอยากให้ประเทศชาติไปรอดกันระหว่างให้คนหนึ่งคนหรืออีกตั้งหลายคนใจคิดถึงประเทศชาติจริงๆและคิดเป็นรัฐบาลนี้ต้องรับผิดชอบในการบริหารประเทศที่ล้มเหลวของตัวเองGospoda, они революцию делают улыбками. Комфортом, комфортом с бесплатным хавчиком. Да. С улыбками на лицах. Организация на высшем уровне. Организована революция. Организована. คือต้องยุติบทบาทรักษาการรัฐบาลเท่านั้นคือทางออกของประเทศครับครับปาบลิชครับผมชอบคำของหม่อมราชวงศ์ปรีดีพรเทวกุลที่บอกว่าผู้นำในประเทศทั้งโลกและวันนี้ไปนะคะเราให้เวลาสื่อมวลชนได้เตรียมตัวนะคุณเสนอА там закрыто же. Видите?